Всем привет! Сегодня мы приготовим быстрый вкусный салат из сельди. Селедку чистим, моем, отделяем от кости. Филе нарезаем кубиком. Собираем салат. Филе сельди, порезанное кубиком. Вареный картофель, порезанный кубиком. Вареные яйца, порезанные кубиком. Свежий огурец, порезанный кубиком. Твердый тертый сыр. Майонез. Перемешиваем. Такой салатик отлично подойдет на праздничный стол. Делается очень быстро из простых продуктов. А я желаю всем приятного аппетита, удачного дня. Заходите к нам на канал, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.